Приветствую вас, Иван. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В первую очередь я бы хотел отметить следующее, что ваш вот сам по себе вопрос, как быть, он выглядит несколько некорректным, потому что есть ощущение, что перекладываете вы ответственность за принятие решения в данной ситуации непростой для вас, на нас. Я бы не сказал, что это сколько-нибудь приемлемая история, потому что, ну, по моему мнению, да, человеку нужно самостоятельно принимать решения относительно того, что ему делать. А вот если есть какие-то противоречия, например, или если есть какие-то конфликты, например, то да. Здесь, ну, можно и нужно постараться помочь. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на это. Следующий аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. У меня возникло такое чувство, что девушка боится, как будто бы с вами отношения, она как будто бы боится с вами сближаться. Вот, и держит вас на расстоянии, как будто быть, вот, при том, что, значит, ну, подает все это под, вот, таким соусом того, что вы с ней только друзья. То есть, как бы это ни было манипуляцией какой-то с ее стороны вами, например, чтобы вы там были, допустим, при ней, и чтобы у нее не было никаких обязательств, чтобы вы были каким-то ее запасным, может быть, планом или там палочкой-выручалочкой, или может быть что-то еще такого, ну, такого характера. Вот, потому что поведение, ну, я бы сказал, да, что поведение человека, на мой взгляд, не совсем подходит для того, кто вроде как только дружит. Да? То есть я вижу здесь некую потребность удержать вас. Это вот именно что желание удержать вас, желание, чтобы вы, ну, не уходили, чтобы вы
продолжали оставаться человеком. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. Значит, вы говорите о том, что хотите с ней поговорить и выяснить у нее, значит, ну, действительно ли она там с кем-то встречается, для меня это выглядит так, как будто вы не доверяете себе, как будто вы боитесь принять решение, что вы, может быть, боитесь уйти или вот что-то такое. На мой взгляд, это довольно тревожный симптом, на мой взгляд, связанный в первую очередь с тем, что вы, вероятно, не доверяете себе сами. Просто. То есть вот есть у меня, есть у меня вот такое ощущение, что вы себе не доверяете. Есть у меня вот такое, как бы, такое впечатление, что вы не доверяете себе, что вы боитесь ошибку, может быть, совершить или что-то вроде того. Вот. Это ну, весьма важный, я бы сказал, момент здесь. Дальше. Значит, так. Если у вас есть чувства к девушке, то это не дружба. То есть, мне кажется, вам не надо бы себя обманывать, да? Вот, и думать и позиционировать, что вы дружите. Вы не можете дружить, если у вас есть чувства. Если у вас есть, скажем, вот, допустим, любовь, да, как бы, то есть, если вы вот чувствуете, что любите, например, девушку, ну, не важно, да, если вы чувствуете, что у вас есть что-то к ней, вот, и это не дружба, то вы не можете дружить. То есть, на мой взгляд, вот вы себя обманываете просто. Вот, это то, что это вот то, что, на мой взгляд, вы делаете. То есть это просто обман такой.
сожалению. Вам желательно, признать, что у вас есть жертва, и в общем-то исходить из этого, то есть исходить из того, что именно у вас, ну какие у вас числа к девушке. Вот. Какие конкретно чувства? И уже исходя из этого, исходя из того, какие чувства, на что они направлены, на что они нацелены. Именно вот ваши чувства, на что нацелены. Исходя из этого уже можно будет о чем-то говорить. Исходя из этого можно будет уже что-то вам думать, что-то делать, что-то как-то действовать и так далее. Понимаете? Что я имею в виду здесь? А вот, сейчас, ну, на мой взгляд, вы просто боитесь, просто, может быть, обманываете себя тем, что думаете, что у вас с девочкой, например, что-то получится, а ничего не получается. Ну, допустим, как бы проблема, она вот такая. Так, когда я решил поговорить с ней, так, а вот о чем бы решили поговорить? Ну, я не знаю, что делать, как нормально у нее должно отказать, а для чего вам это узнавать? Ну, для чего вам узнавать, что у нее появился парень? Например. А вот, зачем вам это нужно? Какой, ну, цели вы это хотите узнать? А дальше. А почему она не хочет говорить, что у нее появился парень? Чтобы не терять вас. А я так вот думаю, что она не хочет терять вас. Боится потерять вас. Вот. Ну, на самом деле, на мой взгляд, это очевидно, что, по ее мнению, если она скажет, что у нее был парень, а вы от нее просто уйдете. Вот, я не думаю, что это вот то, чего она хочет, я не думаю, что это то, что ей нужно. Вот. Ну, это опять же мое мнение в данном случае. Я могу быть неправ. Ну, как бы, если исходить из того, что вы написали. Вот. То есть, понимаете, да, здесь как бы момент основной вот в том, что у вас не получается доверять себе, у вас не получается вот так, чтобы вы опирались на себя, чтобы вы, ну, как-то, может быть, следовали тому, что важно вам, тому, что нужно вам, тому, что хотите вы, именно вы. Вот этого как-то нет. Да, вместо этого есть
то, что вы пытаетесь понять, чего хочет девушка, пытается как-то опираться на нее, да, не на себя, а на нее пытается опираться. Вот, и, конечно же, у вас это, ну, не получается, потому что всегда будет какая-то такая вот какая-то всегда будет неопределенность в этом, да, в том, что зависит от другого человека. И это нормально. Нормально, что такая неопределенность как бы существует. Вот. А другой вопрос, что вам ее тяжело принять. Вот. Может быть, вы настолько к девушке привязаны, что боитесь ее потерять. Тогда мы говорим, конечно, про элементы любовной зависимости. Вот. Может быть, мы говорим про что-то еще. Вот. Тогда нужно разбираться. Про что именно мы говорим. То есть примерно так. Примерно такая история. Вот. Ну, я думаю, что в принципе, на этом можно было бы закончить мой ответ. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что что-то новое для себя вы из моего ответа почерпнете. Вот, я вам желаю удачи, я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам разобраться в себе, вот, и надеюсь, что так или иначе проблему вы решите свою. Вот. Всего вам самого доброго.